Джандусинов Гайнулла, участник Великой Отечественной войны. Родился в 1896 году. Окончил 7 классов Ачисайской школы. До призыва работал в поселке Ачисай заведующим хозяйством. Немного проработал зоотехником. В январе 1942 года был призван в ряды Красной армии Чингерлаусским РВК КАЗССР Западно-Казахстанской области Чингерлаусский район. Служил рядовым солдатом. Пропал без вести в октябре 1943 года. Семья, супруга Казима и двое сыновей остались без отца. Это их победа. Это наша память.